Друзья, в итоге у нас получился вот такой пескоструйный аппарат, но чтобы начать им пользоваться, нужен хороший компрессор. Поэтому для этих целей приобрел себе ременной компрессор от компании Enforce. Модель называется BCX50L. Для удобства перемещения компрессора есть транспортировочные колеса. Мощность двигателя составляет 2,2 кВт. Также есть термореле, которое предохраняет двигатель от перегрузки. Объем ресивера составляет 50 литров, а производительность на входе 450 литров в минуту. Из плюсов можно отметить медные трубки, которые повышают КПД, чугунный цилиндр, а также металлический воздушный фильтр. К компрессору можно подключить сразу два пневмоинструмента. Ссылочку на компрессор оставлю внизу под описанием. Ну а сейчас подключим наш пескоструй к компрессору и опробуем его в работе.